Сати Казан. Андрей, вы трапезничаете? Да, начинаем свою трапезу. Что вы едите? Спасибо. Поделитесь со зрителями. Сегодня у нас меню Family Mart и прекрасные блюда, приготовленные поварами Family Mart. Спасибо, Джуни Шейхау. Приятного аппетита, наслаждайтесь вашей едой. Где слышали? А, это не наше. Ага, вы все едите. Kiss me, kiss me, kiss me every time. Ценю. Это видео влог Андрюша. Может, тебе понравится. Но ты не плачь. Мой. А хоть, да, это мой сын, да. Что? Ну, просто. Соло. Ты не переставай только играть. Ми-ми-ми. Вот так. Ваш член побожал всем нам ценное здоровье. Зайдите в зрительный зал, пожалуйста. Л-карнитин продается либо в бутылочках. У психически здорового человека так будет корректно. Нет. Нет, по отношению к чему-то. Ну, по отношению... То есть то, что похуй тебе на низком уровне, да. Не на высоком. Да, да. Это уже похуй. Градация похуй. Но он есть. Он есть. Не будет отклонения, человек психически нездоров, социально просто не адаптивен. Да. Ну, как бы... Небольшой обзор на начальный репортаж.
Плюс 500. Так сколько? Знаете, я тоже внимание обратила, крестились, игрок номер 1. И сразу сделали выводы про игрока номер 1. Игрок номер 3 просто шерифа. Нервный мозг, даже прикрытие шерифа. Добрый к нам. Как вы думаете, игрок номер 1? Большая часть для меня открыта в стол. Да, мне нравится. По поводу второго вас ничего не помню, а третий говорит, что угадайте, кто я. Я вас считаю черным. Вы говорите, не играю третий. Да, именно, мы говорим черные. Вы подумайте, какая может быть еще карта, кроме черной. А. Мы хотим, мы в нее голосовать будем? Нет. Я не согласен. Игрок номер 10. Вам штраф, вам время давали или что? Представление принято. Девятка была черная проверка этой ночью. Девятка была черная проверка. Пускай шериф сейчас проверит вот с этих двух. И потом подаст нам какой-то знак. Умейте жестикуляцию. Десятка и двойка. Девятка и двойка. Вы два шерифа? Да. И вам спасибо. Вы же не знаете ничего. Вы меня выгнали и дальше ждать ничего не будете. Уйти. В нашем городе наступает ночь. Все надевают маски. Не могу сказать. Спасибо. И вам спасибо. А вам не кажется, что десятка тут сидит? И вот все. Кто это? Скажите, вы кто? Выставляю на голосование 10-го. Принято. Спасибо. И вам спасибо. Игрок номер 10, ваша минута. Выставляем на голосование игрока под номером 8. Принято. И после этого слушаю, что скажет игрок номер 3, который самый красный в рейтинге. Краю не повинен. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скажену Петра та за панів отих поганих до краю нищить. Кара уб'є незримо і правдиво, бо довго-довго терпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу. Буде логічно, якщо ви озвучите вашу красну команду. Ігрок номер 4. 2. Спасибо, убирайте руки. Кто голосует против игрока под номером 4? 1, 2, 3, 4, 5. Благодарю вас. Подлая, наглая мафия выходит на охоту. Мафия поднимает пистолеты высоко над головой. Мафия проходит над игроками. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9, номер 10. Мафия ударяется. Для меня игрок номер 3 является красным игроком, по моим ощущениям. Значит, так, если вы его проверили, значит, он красный является. 9, 10. Мафия ударяется. Просыпается Дон. Дон ищет шерифа. Якобы шериф встает и говорит, что я черный. Ну что здесь непонятно? Красный город. Я красный. Поэтому я выставляю на голосование игрока номер 8. Принято. Это, очевидно, черный игрок, который сейчас пытается также топить номер 2 абсолютно красного игрока. Господин Карантин, ваша одна минута. Запутали совсем меня и потом обвиняете в нелогических вещах. Господин под номером 10. Я красный, поэтому... подумав, что могу вам маякнуть, не вы ли шериф, об этом у вас просил, так же, как и у номера 2. Он для меня оказался более красным, чем вы, поэтому вы серый. Господин номер 8, вы остаетесь для меня черным. 7 красный абсолютно, 5 также, 4 серый, 6 очернилось.